Ребят, привет! Весна пришла, погодка шепчет. Машину к летнему сезону я уже подготовила. А вот сама еще в процессе. Поэтому я пришла в спа-салон. Здесь, конечно, дороговато, но я совмещаю приятное с полезным. И больше меня интересуют не услуги, а посетители, которые приезжают на дорогих автомобилях. Как-то я угоняла Порше Панамера, и тот сюжет у большинства зрителей вызвал возмущение. Почему-то все решили, что наличие камер помешает угону. Сегодня я сделаю все еще изящнее. И, кстати, камер здесь предостаточно. Вы, наверное, сейчас думаете, какого черта она делает? Где угон? Ребят, угон уже идет. Вы его просто не замечаете. Как отдохнули? Отлично, спасибо вам большое. До свидания. Ну все, ребятки, машина угнана. А вот, кстати, и она. Хотите знать, как все так гладко получилось? Пойдемте, рассказываю. Для начала я обзавелась одним приборчиком. Называется криптограбер. Это смесь ретранслятора и код-грабера. Сейчас покажу, как он работает. Придя в спа-центр, сначала я прогулялась по парковке с включенным устройством. Оно маскируется под ключ и заставляет автомобиль послать запрос проверки родному ключу. Этот запрос прибор сохраняет в памяти. Одновременно, кстати, может храниться до 4 запросов. Дальше я спокойно оставила прибор в раздевалке. Кто-то из посетителей оставляет ключи в ящике, кто-то забирает их с собой. Но даже если ключ оказался рядом с прибором на короткое время, устройство успевает отправить полученный от автомобиля запрос и записать ответ ключа в память. Поэтому, вернувшись с процедур, мне осталось только забрать прибор уже с записанными кодами и передать его сообщнику, там, где нет камер видеонаблюдения. Сообщник прошел по парковке и быстро нашел нужный автомобиль, который отозвался на сигнал криптограбера. Спокойно сел в автомобиль, завелся кнопкой старт-стоп и уехал. Как видите, угнать машину можно, не оставив никаких следов и не вызвав подозрений. И даже просматривая камеры видеонаблюдения, полиция не сможет связать мое появление в спа-центре и угон автомобиля. На данный момент такому методу подвержены некоторые японские модели с бесключевым доступом. Но, возможно, в скором времени этот список увеличится, потому что угонщики никогда не стоят на месте и технологии усовершенствуются. Что же может противостоять такому угону? Конечно, это иммобилайзер с меткой. Также подпор штатного радиоканала и вторичная авторизация не позволят злоумышленнику воспользоваться кодами ключей, пока метка не опознается иммобилайзером. А бронепленка на окнах и дверные блокираторы спасут от силового проникновения в салон. Подробнее об этих методах защиты вы можете узнать, перейдя по ссылке под этим видео. Там же вы найдете ссылку на спа, в котором я отдыхала. Тайвэй – отличный подарок для вас и ваших женщин. Ребят, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Берегите себя и свой автомобиль. Пока!